Всем привет! Мы собрались ехать в Дублин, в центр города, хотим погулять, показать вам рождественский Дублин, как его украсили. Встречаемся мы с Артемом, с его родителями. И с моим телефоном. И с Ваниным телефоном, да, ага. Да, это неотъемлемая часть. Молодец. Вот. В общем, у нас сегодня, ну, не очень холодно, именно поэтому дождя нету, ветра особо нету, поэтому мы решили поехать именно сегодня. Ну и что, ждем, стоим автобус. На машине не рискнули, потому что с парковкой проблемы обычно. Ждем автобус. С автобусом на самом деле тоже может быть проблема, потому что сейчас автобусы заполнены на сколько, на 25%? Ну, короче говоря, садиться рядом нельзя, и через ряд сиденья можно занимать, поэтому сейчас очень ограниченное количество пассажиров пускают. И вот мы сейчас стояли на остановке, одновременно приехали два одинаковых автобуса с одинаковым номером. Видимо, чтобы людей запускать побольше. Вот, так что надеемся, автобус мимо не проедет, запустит нас. Вот, и мы удачно доедем. Кстати, смотрите, я с новой сумкой. Вот, можешь телефон подержать? Попросим Вову. Как вам моя новая сумочка? Можно, мне кажется, можно же было тише. Можно же было и вот так, да, показать. Что ты надо было идти? Очень удобная длина ремешка. Она у меня, кстати, на максимум длинная сейчас. Длинный ремешок. Вот, и мне очень нравится, я очень довольна. Все, встречаемся с вами, наверное, уже в Дублине. Да, через одну секунду. Сели в автобус, все нормально. Ванек, все. Вова, стой. И я. Ну что, мы в центре. Сейчас встречаемся с Артемом. Идем гулять. Народу полно. И довольно тепло. Тём, пошли, зеленый. Центральной улице, это Графтон-стрит. Видимо, здесь написано что-то рождественское на ирландском. Не знаю. Народу. Дети какие-то, подростки. Не знаю, видят, что я снимаю. Красота, конечно, невозможная. Все в огоньках, но народу куча. Мы ходим в масках. Может, это и бесполезно, но... У нас такие распоряжения. Дети. Смотрите, как красиво. Впереди Браун Томас. Он всегда очень красиво украшен. Вообще просто потрясающе. Вот это вот зелененьким все. С огонечками.
Вот посмотрите, как красиво украшен Браун Томас. Браун Томас — это что, как ЦУМ, наверное, в Москве. Такой магазин. Блин, как красиво. Смотрите, какие витрины красивые. Ой, это, я думала, это Барби. Ой, посмотрите, там какие-то котики. Очень красиво. Дальше, смотрите, следующее. Тут отражаются немножко, но все равно такая красивая русалка, как будто олень. И здесь и птички, и ключи, и шишки. Красота. Очень красиво. И все окошки, они всегда вот обрамляют елочкой с огоньками. Очень красиво. Как будто Алиса в стране чудес. Какая красота. Видите, и кролик здесь. Точно, это, наверное, по мотивам Алисы в стране чудес, да. Я уже вот шахматы увидела розовые. Боже, как это красиво. Мне кажется, оформление витрин — это как вот определенный вид искусства отдельный. Очень красиво. Ну и еще одна витрина тоже от Браун Томаса. Потрясающе. Вот кто скажет, что это не искусство? Очень красиво. Смотрите, следующая витрина. Это кто? Мальвина? С голубыми волосами. Такое, посмотрите, объемное все, да? Очень красиво. Еще одна красота. Смотрите, какая прелесть. Это же надо вот так придумать, а? Очень красиво. А это прям как будто невеста. Очень красиво. Просто потрясающе. Смотрите, листки из книг вырваны. А кто же это? Это тоже, наверное, по мотивам какого-то произведения. Может, вы догадаетесь, кто? Смотрите, сколько народу стоит в ПАП в очередь. Представляете вообще? Никакой социальной дистанции, никаких масок. Не буду это показывать. Вот так вот. Пытались сейчас сесть в сторону Temple Bar, куда-нибудь идем погулять. Ну, по дороге Starbucks. Фику попить. Пытались сейчас сесть в одном месте. Нас, значит, нас 7 человек всего вместе с детьми. А сажают 6 максимум. Класс, парень только что кое-что плохое сделал. Прямо рядом со мной. Ладно. Вот. Нас 7 человек, 7 не сажают вместе за один столик. Нам предложили сесть за 2 разных столика и не рядом друг с другом. Мы ушли оттуда. Хотели пойти в кофейню, но закрыто. Время 7 часов вечера. Предпраздничные дни. Мне кажется, сейчас самое
самая выручка. Вот. Какая красота у меня, посмотрите. Смотрите, какая красота, знаменитый Temple Bar. Народу! Я чувствую, у нас очень цифры взлетят после рождественских дней. Смотрите, Ваня горячий шоколад себе выбрал. Ваня, это сливки взбитые. Вкусняшка. У меня капучино. Ой, какие стаканчики симпатичные. Слушайте, вот это вот все стакан закрывает. Смотрите, какие красивые. У нас у Тёмы было задание. Там был такой специальный листочек. Ну! Говорила, что бездомных кормят. Вот, пожалуйста. Бездомным раздают еду. О май гад. Это huge size. Вау. Thank you. Смотрите, моя любимая, мой любимый китайский ресторан или кафе. Что это? Смотри, какая у меня порция. Ты хотела кушать? Ты сомневаешься в моих способностях? Я сейчас докажу. А я ведь докажу. Я с Вовой могу поделиться, если что. А то он переживает, что у него маленькая порция пельменей будет. Да. Володь. Посмотри, какая у мамы порция. Так, и у Вовы, смотрите, пельмешки. У Вани пельмешки. Но я думаю, что у Вала у тебя вкусно. Не работает. А Вала, как у тебя выглядит? А, его... Просто как вареные. Но они на пару сделаны, как мантики. Вань, возьми вилочку. Как это работает? Я поэтому буду учиться, не буду делать. Вкусно? Этот вот китайский ресторан, мы уже были не раз в нем, но не конкретно в нем, а в этой сети. Вот, и нам его рекомендовала наша знакомая китаянка. Я вам хочу сказать, что такой вкусной китайской еды вы, наверное, не попробуете нигде. Потому те, кто любит, те, кто живут в Ирландии, в Дублине или недалеко здесь, любят китайскую кухню, я могу вам посоветовать, сказать адрес. Обязательно сходите, это невероятно вкусно. Очень такой новенький, чистенький, свежий ресторанчик. Очень хорошее обслуживание. Наших детей там официант даже научила палочками есть. Представляете, то столько времени им уделила. В общем, мы в полнейшем восторге. Ждем автобус и едем домой. Надеюсь, что вам прогулка наша понравилась так же, как и нам. Мне нет. Как это нет? Ну как это нет? Тебя в Макдональдс сводили?
Да, ну полчаса. Ужас, какой вредный, Ваня. Ладно, все. Прощаюсь с вами на сегодня. Пока-пока. Смотрите, мы сидим на самых крутых местах. Эти места в автобусе нужно еще успеть занять. Сейчас покажу вам, почему. Смотрите, мы сидим на втором этаже в автобусе, около самого стекла. У нас сейчас здесь будет такой обзор. Мне иногда даже страшно, честно говоря, ехать, потому что узкие дороги. Вот, но мне кажется, что, не знаю, но это прям очень интересно. В автобусе пока никого. Рядом со мной никто не сядет, потому что нельзя из-за ковида. Только родственники могут сидеть, ну, те, кто живут вместе, могут сидеть вместе. Вот. Все, теперь точно. Спасибо всем за просмотр. Мы домой. Пока-пока. Представляете, мы пришли домой. Помните, я вам недавно показывала, ой, или не показывала? Да, показывала. У Вани новая шапка появилась. Футбольная. Синяя с зеленым. Так вот, мы сейчас пришли. Шапки больше нет. Сейчас покажу. Вова еще не видел. А самое интересное, она сожрала бомбон. А самое интересное, что у нас с предыдущей шапкой было то же самое. В итоге Ваня у нас ходил без бомбона. Помнишь, Вань? У тебя была шапка. Сейчас Вова будет просто. Я даже боюсь представить вообще. Он нас кто-то убьет, говорю. Что он скажет? 30 евро потратил. Не 30, 20 или 15 стоила шапка, не помню. Это много. Главное, знаете, мы только что шли, все обсуждали, как мы по Кирюше соскучились. Вова ей в любви признавался, шел. Сейчас будет капец. Вань, может, спрячем? Нет. Скажем, что шапка потерялась. Нет, не знаю. Слушайте, ну это вообще, конечно. Но на самом деле они сами виноваты. Они оставили ее внизу. Вань, быстро руки, кстати, мыть в первую очередь. И не садись попой никуда в этих штанах, потому что ты в автобусе сидел. Специально здесь сейчас Вову подожду. Мам, не делай. Он с Кэрри пошел гулять, он не видел еще. Мам, не